вот ты иногда упоминаешь там буддийские моменты, типа там звука ом или так далее. Ты относишь себя к какой-то религии? Ну, я адепт всех религий одновременно. То есть мне не нужна религия для общения. Ну, я очень с уважением отношусь к любому как бы проявлению и понимаю, что в какой-то момент каким-то людям нужно именно такой посредник, что ли. Кто-то ищет это в религии, кто-то в гуру, кто-то в медитации, кто-то еще как бы в чем-то. Да? Ну, в любом случае они ищут посредника для общения. Мне уже посредник не нужен. Но я абсолютно спокойно в любой, как скажу, религиозное учреждение захожу и соблюдаю там ритуалы, и мне в этом комфортно. А как ты вообще, в принципе, пришел к такому мировоззрению? Через свои вот эти вот выживальческие эксперименты? Или... Сложно сказать. Видишь, опять же, я до 45 был обычным человеком и атеистом. Да? Если на то как бы пошло. Я продукт советского времени. А сейчас ты атеист? Или как бы ты себя назвал? Атеист тот, кто не верит в Бога. Я верю в Бога. Но еще раз, мне не нужна религия для того, чтобы в него как бы верить. Да? Даже это не так. Я верю в Создателя, потому что я различаю понятие между Создателем и Богом.